Первое, с чего мы начинаем, здравствуйте, уважаемые дамы и господа, перед массажем, да, это, соответственно, выбор стола. Ну, стол в данном случае вот такой вот деревянный, да, он может быть любой, ну, там, алюминиевый, там, с прямыми ногами, корректирующийся, не корректирующийся, да. Но самое важное, чтобы высота стола была не вот по прямую ладонь, а вот под кулак. Или под вот так вот, да? Угу. Здесь получается для меня стол низковат, по сути, да? Но это ничего страшного, потому что мы все время работаем на подвижных ногах. Багу цигун я вам покажу, некоторые техники, да? За счет этого мы разгружаем себя, разгружаем свою собственную поясницу, да? Иначе нам придется постоянно работать, наклонившись. И это опасно. Опасно для тех, кто целыми днями работает с массажем, да? Вот у меня у самого такое было, я потом еле встал, клиент отпустил, а сам ударил. Все, иди, я не могу. И представляете, вот через всю Москву я вот так вот по шагу вот так вот добирался до дома, еле-еле дошел. Вот чтобы этого не было, я сейчас не буду на это заострять внимание, покажу упражнения, да, которые нам помогают самому себе делать гимнастику во время массажа. Далее, просто человек бывает разный. Если женщина пришла, девочка, она вот 10 см от стола. Мужчина, вот уже смотрите сколько, вот уже 25 сантиметров. Да побольше. 30, да. А бывают такие, что и 50 сантиметров вот такие. Сутулы, горбатые. Даже для меня это высоко, даже мне приходится прыгать вот так вот на них, понимаете? Далее. Пока человек лежит, вы уже его покачиваете, да, и основа позвоночника идет, ну, всего организма идет с крестца. Базис. Зарод, там некоторые называют в древнеславянских практиках, да, откуда зарождается организм, соответственно, все кости, которые растут вверх, они растут отсюда, и все, которые вниз, идут отсюда. И поэтому вот этот баланс очень важно разгружать именно с самого начала. И желательно вообще, если вы будете делать, ну, это как бы филигранность вашей работы, если вы достигнете такого, что во время всех процессов работы у вас будет таз постоянно шататься, да, потому что вы это делаете, а таз постоянно работает, да, когда вы с локтем, таз работает, там что-то с рукой там делаете, да, а таз продолжает постоянно расшатываться, вот мы массируем мышцы, да, вот видите, таз вот расшатывается. Это уже как самостоятельная правка, устраняющая боль, это может даже в домашних условиях, муж жене там, да, или жена мужа просто покачала, уже расслабила. А у нас еще дополнительно, вот это вот наложение рук, оно говорит о первом контакте с клиентом, если особенно он впервые к вам пришел, да, чтобы успокоить его подсознание. Потому что так-то он вам может сказать, да, я расслаблен, да, да, делай сам, что хочешь, да. А подсознание нет, подсознание где-то там что-то держит внутри, да. И в этот момент мы его спрашиваем, там, на что обратить внимание, что у вас там болит, как у вас там сегодня состояние. Ну, ответьте что-нибудь. Нормально. Нормально, да? Вот, чуть-чуть повели его по позвонки, но сейчас мы до них дойдем попозже. Это как бы плюс в вашу карму специалиста, да. Еще плюс в карму это то, что вот у меня были такие ребята, начинающие, как бы, да, они, ну, близнецы вы их видели, может быть, тут. Они пока ничего не умели, но клиент уже приходит, хотя бы показать видимость, да, что вы как бы о них заботитесь, да, они начинали протирать столы тряпочками, там, да, антисептиками прыскать все вокруг, да. Это тоже, тем более, вот сейчас идет вирус коронавируса, да, то также не забывайте. И, кстати, я вас должен был предупредить, чтобы руки помыли. Успели помыть руки, да? Молодцы. Вот. То есть, некоторые санитарные нормы, так скажем, да, в вашем помещении должны быть. Я не говорю, что там прямо так по СЭСу, чтобы прям пришли, все проверили, да. Ну, хотя бы, во-первых, светлое помещение. Желательно, стены тоже светлые, не темные. Хотя я, например, люблю работать в полумраке, чтобы человек засыпал. Ой, не засыпал, в смысле, отключалось его сознание, да? Без сквозняков, но с вентиляцией обязательно, да? То есть где-то на выше верхнем уровне должна быть вентиляция. На таком уровне, на уровне пояса, это уже плохо, человек может просквозить. Следующий плюс в вашу карму. Так, что говорю про вентиляцию? Это ароматические какие-нибудь вещества, да, может быть палочки, может быть там
если стол используется с дыркой, дырка под голову, да, имеется в виду, то ставится такая тарелочка с, не знаю, такая стояла, ну, типа саше на табуреточку, вот так вот ставится, да, и он вдыхает ароматы, и ему кайф, он, может быть, про это ничего не скажет, но, по крайней мере, заметочку о том, что в вашем салоне такое есть, а у других этого нету, да, это уже такой плюсик такой серьезненький будет, понимаете, накапливайте вот эти вот плюсы себе. Далее я также с человеком не разговариваю, как с пациентом или с клиентом, да, я долго думал, как называется клиент, как ты это, значит, денег будешь с ним просить. Пациент — это значит больной уже, а вдруг он не больной, а обидится, да. Прихожанин, ну тоже не так, да. Нет, как себя ассоциируешь, если себя ассоциируешь как доктора, тогда это пациент. Тогда пациент, да, если сам как доктор. Ну, вы же в клинике работаете, да, у вас, естественно, не пациенты. Не пациенты. Вот, прихожанин тоже не то. Некоторые используют гость. Вот пришел гость, надо его там как бы обслужить, да. Ну, тоже, с другой стороны, мы тоже не обслуга, да. И вот мне понравилось выражение, которое у Порфирия Корнеевича Иванова было. Не знаете такое, не помните? Детка. Детка, назвал детка, да. Я подумал, а почему нет? Это же действительно наши дети, мы о них должны позаботиться, да, сделать все, что они, выслушать их, да, сделать все, что просят, да, максимум принести пользу за там один сеанс какой-то, да, то есть наша забота, она чувствуется даже из голоса, даже из отношения, да, как мы произносим. Далее простыни какие использовать. Ну вот тут мы постелили одноразовую простынь, да? Я очень просто взял и выкинул потом, да? Есть простыни, я использую вот такие простыни обычно, многоразовые. Ну, эпичные, да? Ну, просто их можно стирать. И есть простыни, которые натягиваются на резинки, на стол. Если таких нету, то можно просто заказать, вам пришьют в ателье резинку. Ну вот по поводу этой простыни, соответственно, она сложена так, вот мастерство в чем заключается, что без утюга разглаживаются простыни пальцев, за счет теплоты пальцев уже получается складки видны. А складки нам нужны для того, чтобы мы их умели быстро раскладывать. Пациент это видит, как мы раскладываем, да, и он иногда прям так говорит: вау. Вот, смотрите, взял за два конца, да, и разложил ее поперек, вот накрыв ноги, допустим, да. Обратите внимание, это сложено вдвое, но поперек получается, да. А если нам надо разложить вдвое, но в длину? Ну, как минимум, там, получается, две простыни, одна лежит, другую прикрываем. Прикрываем, кстати, обязательно, потому что пока мы обработанную зону оставляем, из-под нашего внимания, да, переходим, например, к ногам, да, то лучше прикрыть здесь, чтобы человек не успел остыть. Это важно, да. Вот смотрите, берем за складочки, где ее видно, да, с внутренней стороны, и одним легким движением, раз, и раскрываем в длину. Видите, как некоторые прям, клиенты говорят: вау, ну у тебя там уровень-то какой-то 80-й. Фокусника. И обратно, вот опять же складочки, да, опять же берем и складываем поперек. Вот надо накрыть верхнюю часть, накрываем верхнюю часть. Надо накрыть там нижнюю часть, накрываем нижнюю часть. Ту зону, которую обрабатываем, открываем только ее одну. Например, закрываем теперь человека целиком. Значит, берем за крайние ниже уголочки, да, и раскрываем одним движением всего человека. Работаем, например, с ногой, оголяем только одну ногу. Ну, работаем с рукой, соответственно, оголяем вот с этой стороны руку. Это просто кажется, да? Ну, попробуйте. Потренируйтесь, чтобы вот... Размер просто никакой должен быть. Ну, полуторный, да, по сути, полуторный, да, получается. Ну, тоже мастерство, конечно. Далее, по поводу подушек. Ноги не должны просто так лежать. Особенно там у пожилых людей бывают. Да, и тут упираются, если стол там достаточно грубый, да,
острием в щиколотку, неудобно. И колени упираются, человеку неудобно, начинают ногу разворачивать либо вот так вот, либо некоторые вот так разворачивают ногу, да. Вот прям так на столе лежат, а вам неудобно работать, потому что вам надо полностью обхватить ее всю. Поэтому используем подушки, но подушки вот продаются вот такие, где я не искал, ничего лучше не нашел. Или пол подушки продаются, но пол подушки вообще фигня какая-то, она, если вы понимаете, это порвун продавливается, вот. Да, вообще бесполезная. Ну вот так вот, я их использую иногда для другого, для других целей, под шею, под голову, под поясницу. Это уже, когда уже переворачиваем на спину человека, да, я работаю мануально с ним. Поэтому мне пришлось сделать одну подушку, вот такую вот я на заказ сделал. Подковообразная, но она из плотного поролона. Смотрите, видите, надо просто продавить. Вот, потому что у нас должны быть пятки лежать выше, чем сердце человека. Ну, соответственно, ее можно, если что, положить вот так. Вот так вот. Если кому-то пониже надо, да? Также ее подкладываем под... А, почему жестко? Потому что мы ее подкладываем в некоторых приемах под подвздошной кости. Вот здесь. Ну, сейчас не буду подкладывать, да? И, соответственно, обратите внимание, что кладем на сгиб стопы. То есть не сюда, да, и не вот так вот, чтобы стопа висела, да? Так она. Вот так она напряженная стопа. Именно под сгиб. И таким образом здесь формируется что? Формируется то, что стопа расслабляется, и у нее большой палец тянется вниз. А это важно для нашего подсознания, потому что организм так устроен, что мы никогда не стоим по стойке смирно. Даже солдаты так не стоят. Они все равно как-то там корректируют себя, какой-то баланс ищут, да. И за баланс отвечает именно большой палец ноги. Это я вам потом еще расскажу. То есть вот большой палец ноги, он контролирует наше положение коленного сустава, таза, ну а таза, соответственно, вплоть до атланта все идет. Поэтому вот только в таком положении, палец расслаблен, человек понимает, что он, подсознание понимает, что все, можно расслабиться, ничего не контролирует, да? То есть в теле мы ничего не контролируем. Потом важно, почему выше головы, потому что кровообмен, это венозная кровь, да, плюс лимфа, она течет только снизу вверх, да, и у лимфы, как говорится, нету органов, которые качают. Если сердце в теле массажиста качает, ой, в теле человека качает, кровь в теле человека качает сердце, есть такая поговорка, да, то лимфу качает только массажист. И отчасти это правда. Ну, как бы это шутка, да, но с другой стороны это правда, потому что качаются мышцы за счет лимфы, за счет сократительной деятельности мышц. Голени. Ну, в данном случае это голени, да, ну везде. Здесь и здесь. Вот. Но это у нормального человека, то есть любая мышца, ну, любой орган, сустав, там, да, оно работает тогда, когда вот там бицепс, например, сократился, растянулся, да, также трицепс сократился, растянулся. Любая мышца сократилась, растянулась. Это получается насос. Каждая мышца состоит из волокон. Каждое волокно должно сократиться. Это получается насосики такие работают. И вот они как бы также помогают прокачивать это все. Но обычно у нас люди как? Сидят за компьютером, в такси ездят, там за рулем, за столом обеденным, дома на диване, да. То есть обездвижены ноги у них. А ноги это вообще второй мотор, второе сердце человека, да. Потому что тут артериальная кровь от сердца уходит до самых конечностей, да. А обратно течет венозная грязная, густая, сгущенная, она очень тяжело идет. И только за счет вот этих мышц она начинает прокачиваться вверх. Поэтому надо обязательно ходить в течение дня. Но бывает другая проблема, люди слишком много ходят либо стоят. Ну там на производстве, я не знаю, как вот мы массажисты часто стоим, да. Тогда начинается давление, начинают артерии, вены, венозная болезнь. Да? У вас тоже есть, наверное, да? Вот, мы от этого страдаем. Соответственно, вот такое положение, хотя бы, пока человек находится на сеансе, оно помогает, там полчаса, час он лежит, да, помогает вот это за счет гравитации, да, вот этот отток делать мышечной жидкости, венозной крови, лимфы. Ну, лимфу, конечно, мы будем качать еще, да, это там будет прием у нас, это потом. Теперь,
какой же получается? Четвертый пункт, почему нога так лежит. Потому что, во-первых, когда мы работаем жестко, упор идет в бедро, а бедро вот оно лежит, ему не опасно. А если была бы чашечка, было бы травмоопасно. Да? И в пятых нам просто удобнее. Нам удобнее вот гнать лимфу, да, массировать, поднимая ногу. Просто для нас массажистов это удобнее. Далее. Если у вас женщина лежит, да, они бывают худые, то вот такие подушечки рекомендую там как-то, либо полотенце так можно свернуть, просто, да, в такую, подкладывается под тазовые кости. Ну, давай попробуем подложить. Вот именно под тазовые кости. Ой, не дотянул. Сейчас еще вниз. Да, вот так вот. Вот, во-первых, поднимается чуть-чуть таз, расслабляли кому-то поясницу, да? А во-вторых, у женщин скелет отличается от мужского чем? Знаете? Строение тазовых. Да, не ребром, а тазовых, тазовых костей, да. Ну как именно строение? Крестец. Ну, во-первых, да. Он выглядит наоборот. Нет, как разогнать? Вверх он поднят. Да, он разогнут, там немножко разогнут. Да, вот, но это все вместе, крестец, да, вместе крестец с костями, да. Получается. Он разогнут. Ну, первое, у женщин таз шире, да? Да, он разогнут. А во-вторых, вот если тазовый кость представить, у мужчин он вертикальный, у женщин вот так. И поэтому вот эта душка, передняя воздушной кости, она выпирает у женщин, да? И если стол жесткий, просто больно лежать. А еще вы сверху давите, понимаете, очень больно. Поэтому вот рекомендую подушечки такие иметь. И еще одну подушку сейчас вам покажу. Ну, они продаются, там бывают треугольные, то есть... Это надувная. То есть есть треугольные подушки, вот так вот даже под таз кладутся, да? Надувная можно положить либо сюда, потому что высота достаточно позволяет, да? Кроме того, она мягкая. И также подкладывается под таз, когда мы делаем мануальные приемы. Ну, я сейчас не буду подсовывать, да? Вот. Тоже редкость. Я говорю, я искал подушки в интернете. Единственное, что вот на секс-шопе, получается, нашел такую подушку, потому что нигде для массажистов почему-то не продают. Вот как-то специалисты об этом не думают, что ли, я не знаю. Или магазины про это не знают. Вот, и это тоже к вам такой плюсик вашего как бы карма массажиста, да? Далее, когда мы накрыли ноги, особенно у женщин, вегетососудистая дистония, седативные реакции вот эти всякие, да, мерзнут пальцы ног, да, поэтому некоторые прям в носочках ложатся, а можно, главное, чтобы просто ветер туда не заходил, вот так раз, легким движением, накрыли, и под пальцы, оп, вот такую подушечку, как бы, конвертик такой сделали, да. По поводу нашего массажа, отличие, да, в том, что я мог бы человека положить лицом в дырку, да, на столе, но это не очень удобно. Некоторые говорят, очень удобно, некоторые говорят, неудобно. У кого-то лицо затекает, да, либо просто в дырку даже не влазит, да. Кто-то, а еще мы жестко давим, отпечатки остаются на лбу, да. Чтобы отпечатки не оставались, соответственно, мы их дополнительно полотенчиком сворачиваем. Вот так, ну так примерно покажу, да. Как-то вот так, чтобы он туда вот заглянул. Кстати, вот правильно лежите. Хорошо лежите. В нашей технике мы работаем с противоположной стороны тела человека, да? Поэтому нам важно открывать шею вот так, в мою сторону. Голову разворачиваем в мою сторону, да? Эту руку вытаскиваем. Либо так можно, да, либо можно свесить, это уже по желанию. Потому что, чтобы вот эта часть вся полностью расслабилась, мы работаем с противоположной частью. Вот всю мы ее раскрыли, видите, от ягодицы до шеи. И вот такие вот движения у нас будут, тут мы будем тоже прорабатывать трапеции. Эта рука нам не нужна в работе, поэтому, если она будет вот так вот, некоторые будут в нее упираться, да, мешать.
Кстати, стол. Вот этот стол 75 сантиметров в ширину, да. Это тоже важно, потому что если вы возьмете стол, а часто продается 60 сантиметров. Очень мощно. Вообще не понимаю, для кого для детей, наверное. Да, то есть минимум 73-75 сантиметров, это минимум, вообще лучше 80-90 можно брать сантиметров в ширину. Да, ну тут бывают ушки такие, да, ставятся на стол, чтобы рука висела. Либо у меня есть подушка, тут нет. Да, туда она засовывается, рука внутрь. Либо просто вот так вот убирается наверх. Главное, чтобы плечо не поднимал. Подсказывайте человеку, опусти плечо. Иначе он просто заваливается туда. Для чего? Потому что мы тут ходим, грубо говоря. Чтобы мы его каждый раз не пихали в локоть, да? Неприятно было человеку. Ну и нам легче работать. Работа идет от головы до ягодиц. Поэтому оголяем ягодицы. Но если человек пришел в одежде своей, да? Мы бережем его одежду. Делаем вот так вот, вот такую вот складочку. Чтобы маслом не запачкать. Просто там мы свои ванны постираем, да, чтобы у клиента не осталось ничего отрицательного про вас. Масло, соответственно, лучше брать подогретое, кстати, по поводу простыней. Иной раз надо иметь еще комплект полотенец или одеял, или дополнительных простыней подогретых. Я их обычно на калорифер стою, на калорифере подогреваю, особенно если с мороза пришел человек, да. Вы его сразу накрыли горяченьким, он сразу такой: о, кайф, хорошо, да? А это еще один плюсик у вашего карма-массажиста. И дополнительно, еще я приговариваю, да-да-да, это для спец-вип-приглашенных гостей. И так еще он тоже думает: я же вип-приглашенный, такое уважение такое, да? И дополнительно можно уже через простынь, через подогретую, да, человека уже размять, согреть, вам немножко облегчить работу. И потом, когда вы заканчиваете, тоже желательно после таких жестких техник хотя бы 5-10 минут, чтобы человек полежал под теплым покрывалом чего-нибудь. Ну, покрывало любое какое, придумайте, одеяло можно, полотенце. Соответственно, по поводу масла останавливаться не буду долго. Их большое разнообразие. На Востоке любят там всякие кунжутные масла. Можно ароматические масла добавить сюда, но это к ароматерапии относится, да, мы не будем специально на этом останавливаться. Здесь я использую оливковое масло. Оно считается наиболее чистое для пор, несмеющие поры. Хотя, я еще раз говорю, тут вообще нам не принципиально. Если вы заметили, ни в коем случае не льем на клиента. Это еще один плюсик, потому что если масло будет холодное, он просто вздрогнет. Уже чуть-чуть, знаете, такое ничуть неприятное будет, да? А так мы в руки их разогрели и размазали по человеку столько, сколько нужно. Сколько нужно масла? Это вот такой вот вопрос неоднозначный. Смотрите по своему состоянию, как вам комфортнее работать, да? Масло бывает погуще, пожиже, да? Потом по волосяной поверхности человека, да? Если больше волос, соответственно, надо больше добавлять масла. Добавляем больше масла, растираем его. Это, кстати, первое наше уже пошли внедрение в человека. Это вот поглаживание. Поглаживание, оно же растирание. Ну, как бы даже второе. Сначала я покачал таз, спросил его, да, и потом начинаем поглаживать и растирать. Мы работаем с локтями, поэтому сразу наносим масло на локти. И даем человеку понять, что мы также будем работать уже и с локтями. То есть мы уже размазываем локтями по нему, да. Если где-то там какой-то островок образовался, не намазанный, да, прям берем вот с локтя, раз, и мы там размазали. И тут даем вам некоторый лайфхак. Если как бы, ну, вообще, по принципам эргономики не рекомендуется, ну, это я так вам говорю, да, лишний раз бегать вокруг стола, там за маслом сюда, или там попить водички сюда побежал, да? Вот вообще не бегайте. Второе. Как тронули человека, до конца массажа желательно не оторвать руки. Ну, может, там один раз буквально там оторвали, да? Но желательно, чтобы что-то делали. Да? Если вы даже обходите человека, то хотя бы что-то ему делаете. Хотя бы что-то вот разминаете, там обошли, там, может быть, на телефон посмотрели, там, может быть, там, не знаю, включили вентиляцию, да,
Ну, вы что-то делаете все равно человеку, да? Он лежит, он не понимает, но что вокруг происходит. Ну, по крайней мере, для него идет воздействие, да? Полезное воздействие. А я скажу так, что даже любое наложение руки уже оказывает полезное воздействие. Не говоря уже о всяких техниках, да? И, соответственно, у массажиста должно быть масло, ну, прямо на столик рядом стоять. Не где-нибудь, там бывает на шкафу, да, на подоконнике. А еще у нас такие кармашки бывают, как у парикмахеров, знаете, и как у ковбоев такие, там масла вставляются различные. Он их смешивает. А, вот по поводу лайфхака. Если вдруг у вас оказался где-то далеко флакончик, да, а вы еще время экономите, чтобы лишний раз не бегать, а человеку максимально принести пользу, да, то можно оставить масло немножко на тыльной стороне. Тыльной стороной мы не работаем, да, практически, поэтому это тут остается до конца массажа. Вот, например, нам чувствуем, все, впиталось, масла не хватает, да, берем так, хопа, сняли с тыльной стороны, и нам достаточно масла уже стало сразу. Вот основные принципы. Уже поглаживание осуществлено, масло намазано, и переходим к следующему этапу, это растирание. Растирание, суть их в чем? Суть это согрев. Трение, вы помните, да, из физики, из школы, кинетическая энергия трения передается в тепловую энергию. Соответственно, идем от общего к частному. Вот вся наша зона до шеи, от ягодицы, да, обрабатывается. Ну как? Во-первых, там поперечное растирание. Так идем снизу вверх, обязательно снизу вверх. Потом спиралевидное растирание. Ну, любые они, в принципе, в каждой массажной технике, в общем, похожи. Вот, условно делим как бы зону на раз, два, три прохода, да? Ну, если тело маленькое, может быть и два прохода. Потом продольное растирание, также примерно раз, два, три прохода. Снизу вверх, снизу вверх. Работа одной рукой, потому что одной рукой быстрее и энергичнее получается. Вторая рука может работать как маховик. То есть вот быстрее. Нам надо задать ему импульсы больше, чтобы согрелось тело. Следующий прием. Мы ставим руку на ребро. И идем. Вот наша цель от копчика прям. Осистые отростки. Вот это, то, что мы щупаем, это осистые отростки. А вот это паравертебральная мышца. И нам надо между ними вот туда проникнуть. Чуть болезненно, да? Так натираем. Как бы мы их раздвигаем от позвоночника. И таким образом согреваем. Это называется стежки. Как будто бы стягаем. Ну, как шьем, знаете, как шьют стежками. Разделяем условно на 4 части. Сначала раз, два, три, 4. Причем четвертая часть это трапециевидная мышца, да, она же туда заворачивается. Крепится ключица, поэтому мы делаем туда поглубже, вот туда прям движение. Вот туда. Потом разделяем на 3 части, раз, два, три. Потом на 2. Раз, два. То есть вот. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Раз, два. Соблюдаем ландшафт тела, да, тут поднимаем руку, тут прогибаем ее вниз. И один раз. Раз. Дальше переходим к частным случаям, уже к лопаточной зоне, да. Здесь от уголка лопатки мышцы идут вот так вот, веерно, в разные стороны, да. А у ягодицы наоборот, от верцела кости идут веерно вот в эту сторону мышцы. Значит, у нас получается продольно. Это вот так мы по ним растираем. Значит, каким способом? Ребрами ладоней, потом открытыми ладонями, потом одна на ребре, другая открытая, и большой палец вставляем уже промежуточное такое разминание, растирание, переходящее в разминание. Вот видите, валик создаем под большой палец. Вот. Большой палец своим валик. И потом меняем руки. Раз. Ну, в общем-то, тут не важно, какой рукой вы. Важно только то, что дальше мы перейдем на локтевую технику.
локтем одна выконала, другая идет всем предплечьем. Подавай опять валик под большой палец, видите? Он тянется такой. Потому что нам и локоть нужен именно тот, который ближе к черепу. Для того, чтобы потом мы развернулись, и эти же мышцы прошли перпендикулярно уже, поперечные. Вот, пока демонстрирую, соответственно, сначала. Растерли так одной рублем, одним таким. Подключаем под плечи. Тут она идет с техникой роллинга, смотрите, по шее вот так прокатывается, видите, и прокатывается вот так. То есть она прокручивается как бы в пространстве. Как на карате, да? Как? Ну, в карате, да, примерно такой же, да. Ну, кстати, я сжимаю в кулак, почему? Чтобы не упереться в стол. И если у человека рука лежит, когда ты его растираешь, да, вот, чтобы не толкать его, да, вот я в кулак сжимаю. Получается вот такой вот эффект. Вот, это все продольно было, теперь поперечно. Развернулись и меняем позы. И растерли его до конца. Здесь отдельно внимание уделяем третьей зоне пояснично-крестцовой, да, вот эта часть. Ее растираем. Переходим на локти. Растерли. И теперь вот это, я говорю, отсюда идут мышцы, да, вот так. Значит, продольно мышцы растираем. Все те же самые способы. И переходим на локоть и переходим на поперечное растирание. Вот так вот поперек теперь. Доходим до конца. Последнее наше движение. Это мы гоним кровь вперед, вверх. Потому что к сердцу. Гоним кровь к сердцу. Вот, это были растирания. Следующая часть, следующий сет будет у нас на видео. Это вибрация уже начнем. Вибрировать, подталкивать, крутить. А пока мотайте на ус и повторяйте. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алабудин.